Сопавляшвили. Дайте догадаюсь, вы будете петь, пока Данила будет бежать, да? В принципе, в нашей жизни возможно все, мой дорогой. Но пение – это мое хобби. Я здесь по делу. Кстати, ты слышал про журнал «Большие сиськи»? Слышал? Шалун. А ты знаешь, кто хозяин этого журнала? Нет? Не знаю. Павлиашвили. Павлиашвили. Сосо. Геннадий Букин, я самый преданный фанат вашего журнала, обладатель пожизненной именной подписки. Я вами так восхищаюсь. Скажите, пожалуйста, а как вам в голову пришла такая гениальная идея просто фотографировать красивых обнаженных девушек? Настоящий грузин, когда видит красивую женщину, постоянно хочет думать о ней и говорить.